Всем салам, на связи Сарам, ну а перед началом просмотра хотел бы вам напомнить о том, что на сайте MyCSGO действует мой личный промокод Сарам, введя который вы получите бонус в виде 30% к вашему депозиту. Пополняйте баланс на 1000 рублей, получаете 300 рублей на халяву. Пополняйте баланс на 5000 рублей, получаете 1500 рублей на халяву. Как по мне, это довольно круто. Ну а самое крутое здесь то, что на сайт можно пополнить любыми картами, а помимо карт можно точно также пополнить скинами. Также не стоит забывать то, что все ссылочки будут в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании под данным роликом. Ну а я желаю вам приятного просмотра, погнали! Как вы могли заметить, на балансе у меня ровно 8 рублей. Вы скажете, а как ты собрался сегодня записывать серию, если у тебя на балансе 8 рублей? Но не стоит отчаиваться, потому что у нас есть бонусный баланс в виде 5000 бонусов. Это на самом деле очень много, и очень много денег я потратил для того, чтобы сделать вот эти вот 5000 бонусов. И давайте, наверное, расскажу, как вообще их добиться, когда у вас нет денег, но что за бонусный баланс, откуда его взять. Смотрите, мы листаем, и есть, к примеру, образно кейсы блогеров. И вы здесь видите, к примеру, над мамой Свиги есть такая значок плюс бонус. Соответственно, при открытии данного кейса вам будут накапливаться бонусы, то есть бонусный баланс. Соответственно, если вы проиграете все свои деньги, и у вас на балансе останется 8 рублей, то у вас всегда будет бонусный баланс, на который вы всегда сможете поиграть. Но вы не сможете открыть вот эти вот кейсы. Кейсы вы сможете открыть, которые находятся немного ниже, а именно бонусные кейсы, они так и называются. Здесь есть различные бонусные кейсы, но давайте начнем с самых дорогих. Есть вот такой вот кейсик за 2500 бонусов, но мы не будем такие открывать, мы будем открывать примерно за 229. Вот Black Collection, я хочу его попробовать пооткрывать и посмотреть, что с него может упасть. Потому что, конечно, можно открыть как бы с вами, так скажем, и за 2500 по два раза и, соответственно, забрать оттуда какой-то скин. Ну, соответственно, если открывать за 2500, вы сами видите, какие тут скины. Тут реально очень здоровые и очень дорогие скины. Ценой там бывает даже, ну, сколько тут самый дорогой стоит, я не знаю, честно. Ну, вот 559 тысяч. 177 тысяч, вы вдумайтесь, прикиньте, у вас есть вот бонусные 2,5 бонусов, вы открываете, вам падает скин за 177 тысяч, это же вообще просто все, можно выходить и просто кайфовать, продавать этот нож, этот скин и кайфовать. Но в итоге, как я вам планирую что сделать? Мы открываем кейсы, после чего идем и апгрейдим данные скины, которые нам оттуда выпадут. Давайте начнем. Давайте, наверное, с White Collection начнем. Это все, в принципе, белого цвета скины. Вот, будем открывать по 10 раз, это будет слишком быстро. Ну, давайте по 4 раза где-то вот так вот. Откроем, посмотрим и засунем с вами в апгрейд. Очень самому интересно, то есть это скины, которые нам будут падать. Либо мы будем продавать... И в итоге 461 рубль. Слушайте, ну, неплохо. Реально неплохо. Давайте, наверное, вот эти вот с вами продадим. И пооткрываем кейсики. А вот эту новую, в принципе, можно оставить. Как бы и засунуть ее там в контракт, либо в апгрейд. Дальше давайте Purple. Давайте Purple 5 раз. Обойдется нам в 795. Здесь все такие вот розовенькие, фиолетовенькие скины. Вот, поэтому давайте будем смотреть. Первое, второе фуфло, третье фуфло, четвертое и пятое тоже фуфло, но пойдет. Пойдет, для продажи пойдет. 292 рубля, конечно, грустненько, хотелось получше, но все же. А теперь давайте откроем с вами на 1145, а точнее, нет, давайте, наверное, 4. Вот так вот, для того, чтобы нам еще хватило открыть один дорогущий кейс. Вот реально один дорогущий кейс, и нам падает отсюда, что нам отсюда падает из хорошего, 221 рубль, конечно, такой себе, это тоже идет под продажу, и тем не менее у нас уже 764 рубля на балансе с вами имеется. Можно, конечно, попробовать подфармить вот этот вот кейс, вот, можно открыть его попробовать, это довольно-таки дешевый, но мало ли, если нам выпадет калаш азимов, образно, это будет максимально хорошо и максимально круто, но нам все падает фиолетовое. На 164 рубля, ну тоже, кстати, неплохо. Тоже, кстати, неплохо. Тоже, кстати, пойдет. Ну и теперь я думаю, то, что можно с вами уделить хорошее внимание и открыть кейс за 2500. Это тот самый кейс, в котором находится АВП Медуза за 177 тысяч рублей. Ну что же, 2500 бонусов мы прямо сейчас с вами вот по одному нажатию пуляем. И давайте смотреть, что нам с вами выпадет. Чувачку выпали перчатки. Может быть, мне тоже перчатки какие-нибудь? Ну, удар молнии, там вот удар молнии, если бы выпал, это вообще бы был просто снос всего. Но нам падает вот такой фомасик.
В принципе, неплохо, да, как бы такой фомасик, это в принципе неплохо. Что мы с вами будем делать? Мы заходим с вами, изначально заходим в апгрейд. Давайте по-умному будем делать. Изначально засовываем сюда вот эту вот новую. И будем ее делать где-то на полтора. Для того, чтобы посмотреть, что вообще, первый окуп будет или не окуп. Где-то на полтора это будет P2000 с 218 и 317 делаем. Давайте нажимаем, пробуем. Сольет, так сольет. И это слив, да, она сливает. И теперь после такого можно засунуть фаммаз точно так же на полтора и сделать вот такой вот дигл. Потому что после слива, скорее всего, будет окуп. И это, да, это окуп. Отлично, после слива окуп, но это, в принципе, все логично. 1249 рублей. Теперь мы это все продаем. Да, продавай. 200 у нас имеется с вами. Вроде бы больше для продажи, да, больше для продажи из этой серии ничего не пуляем. 200. На 200 можно попробовать подкрывать какие-то кейсы. То есть, в принципе, ну, вы смотрите, с 5000 бонусов мы уже сделали 200. С тем учетом, то, что скин мы один уже слили. Но, тем не менее, 200 это максимально неплохо. Давайте теперь попробуем. Я бы открыл, конечно, новый кейс, но что-то как будто бы невыгодно. Ну, в плане открывать так невыгодно. Можно попробовать пооткрывать с вами iPhone 15, две штучки сделать, два открытия и посмотреть, что он нам даст. Очень сильно надеюсь, то, что сильно нас не сольет, а если и сольет, то чуть-чуть. Черный Нил дешевый, механопушка 200-300 рублей, мы в жестком минусе. Это все мы продаем с вами, у нас 1500 остается, и это уже маленькая сумма для того, чтобы играть. Поэтому мы идем с вами в майнинг кейсы и будем смотреть, что можно попробовать пооткрывать здесь. В принципе, на 1500 рублей можно попробовать пооткрывать... Ну, хайпер-майнинг, наверное. Просто рискнуть, попробовать, типа, да-да, нет-нет. Либо даже, знаете, не хайпер, а можно попробовать либо не Ануар, либо Азимов. Вот я даже посмотрел бы на Азимов. Если выбьем что-то отсюда жесткое, будет максимально круто. Потому что 1500 рублей, и особо из майнингов тоже так, чтобы по 10 раз открывать, особо ничего такого как бы нет. Поэтому можно попробовать Азимов. Мало ли он нам даст сейчас какое-то дорогое оружие, и мы с кайфом уйдем отсюда. Вот, но это тоже P250, кто-то, блин, Романыч забрал себе стилит, вот такой вот, зуб тигра, если не ошибаюсь, это, блин, очень крутой стилит, плюсаните в чат, кому нравится точно так же стилит, просто плюсик отправьте, ради интереса хочу посмотреть, сколько игроков любит и кому нравится стилит, потому что я испытываю нереальный кайф от данного скина, он прям, я не знаю, как бы, ну, этот, во-первых, нож и этот вот скин на нем, вот этот зуб тигра максимально красиво выглядит. Когда-нибудь тоже себе такой приобрету и буду с таким же гонять и буду кайфовать. Может быть, даже когда-то Майка СГО мне выдаст такой ножичек, и я буду с таким бегать. Когда-нибудь, возможно, нам с вами повезет. Но, тем не менее, на балансе остается уже 1000 рублей, и что-то пока что особо ничего давать не хочет. Но я очень сильно надеюсь на то, что вот давай АВП. Нет, АВП, конечно, не совсем. Давайте подугадаем. Калашек. Ну, блин, что-то он не хочет. Ну, хорошо, ну давай, ну, эмочка. Да и вообще не хочет, он вообще ничего не хочет. Ну ладно, вот скоро по-любому что-то доедаст. Вот я уверен. Вот 5 открытий, смотрите. 5 открытий. Это либо М-ка, либо АВИК, либо калаш. По-любому 100% и мы с вами уходим. Нечаянно нажал. Ну, АВИК, тормози. Почти АВИК нам выпал. Вот он почти выпал. Ну и давайте еще немножечко. Вот да, открываем. Вот 3 шанса. АВП. Калаш. Ну, калаш тоже неплохо. Но давайте добьем до конца этот кейс. Вот прям до конца добьем этот кейс. Просто до последнего. Калашек забираем за 3400 и до последнего добиваем. Мало ли еще что-то. Ай нет. Нет, к сожалению, нет. Но, тем не менее, вот такой вот калашек мы с вами выбили. И я вам предлагаю засунуть его в апгрейд. В апгрейд на, ну, на 3x это будет, конечно, жестко прям. Но вот где-то вот так, вот 38% и 75%. Рискуем и просто смотрим. Пожалуйста, тормози. Да, отлично. Юспик, поток информации мы с вами забираем. Вот так он с вами у нас выглядит. 6000 рублей он стоит. Плюс у нас остается 175 бонусов, а также 115 рублей на балансе. В принципе, 6200 где-то у нас в итоге выходит. Спасибо всем огромное за просмотр. Не забывайте при пополнении указывать промокод САРАМ. После чего даже 1000 рублей закинете, плюс 300 рублей на халяву получите. Халява. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей серии. Удачи.